Привет! Погнали! Восьмой эпизод третьего сезона. Да, я как обычно жру в кадре. Ну, потому что мне надо когда-то есть, хотя бы между съемкой. Давай опять приползи. Где вы, дети мои? Теңіз бұл сөзді естіген кезде қандай олар мастарыңызға келеді? А песок море. Почему босиком? Ребенок, а? Лис. Вы прошел мимо него. Ребенок, как обычно. Наушник. Красиво. Ощущение, как будто я с ними. Умиротворяющее место. И пока пожиру, не обессудьте. Все равно обычно почти ничего не происходит. И гуляют. Лиз, ты что делаешь? Блин, как я люблю этого ребенка. Нажир, хайдат, Нажир. Хюндэй. Хюндэй? Хюндэй, ты где ты? Хеунде. Я от Юрия Валерьевна.
Нам нужно научиться. Правильно, что это звание? Да. Заходит смешно ребенок. Птеродактиль. Куда ты? Бегите за этим, товарищи пираты. Так, все, хватит пить молоко и жрать. Я кого-то ловил. Для начала расскажи, кого ты ловишь. Осы біздің мне енді бірнеше реттің біреуіндегі чечуда да осындай не болды, су болды. Не облизывайся. Немножко другая вода. Ты все одно море. Один океан, одно море. Китайское среднее. Средиземное. Средиземное море не здесь. Ну, короче. Да, с географией у него ноль. Сейчас я тебе скажу, загуглит, жди. Тройка была у тебя, а я думала ноль, с такими познаниями. Японское море имеет два названия, если что. Я не географ, но я знаю это. Потому что японцы считают, что оно японское, а другие люди считают, что оно не японское. Логично. Захой. А что если делать так, то прилетают чайки чего? То есть он думает, что если он будет кричать, то прилетят чайки? Так, это записки с Коля опять начались. Ты что кричишь, что все время такой смешной? Да, красоты. Заколи. Ты шкодный. Поставьте ребенку прививку уже. Ушел такой с кадра. Пизди, так просто проникся атмосферой. В наушниках еще, наверное, там вообще кайф. Наверное, ни один рэп написал после того, как они съездили. Ой, снял шапочку. Ой, тебе пусть госпит устал. Лема, доброе утро, вставай. Упахался со всех этих экскурсиях, спать хочет. Скайуокер. Скайуокер. Да. Заколи. Разваливается. Фотоманьяк. Баттер ходит. Ай, что-то ребенок туда как-то туда-сюда бегает. Сейчас они будут... Да-да-да, все, я помню этот момент. Две антилопы сейчас пойдут. Вышагивают две модели. Модельного бизнеса. Богини модельного бизнеса. Боги. Норки. Алем, Сак. 5 годиков. Антилопы, блин. Коняшки. Ух ты. Что за мысль самоубийства? Самоубийца. Вау.
красавчик. В это красивое место, да, да. Ты красиво пришел в это красивое место. Все логично. Замерз. Ты маленький. Надень, пожалуйста, тогда капюшончик, если ты замерз. Пожалуйста. Не застыди ушки. Котик. Өте керемет, сөзбен жеткізу өте қиын. Мына жерге сүрік өткізгісі келіп отыр, мен сүрік өткізбесін, астайын шығым. Елдің бәрі бұл жерге суретке түсу үшін келеді, ал біз видеоға түсіруге келеміз. Неге десеңіздер, видео суреттен тірірек бұл. Негізінде былай ғой, бүйтіп кішкене 21-ші ғасыр заман алға кетіп қалған. Так, я даже ничего не читаю для русскоязычных. Залипла на слова Зака, что нужно снимать видео, да, угу, потому что фото, типа, видео более живое, да. Угу. Можно немного постоять и помечтать. Фотоманьяк Алем включился. Он и не выключался, кстати, да. Он, а нет, в машине он выключался, он спал в машине. В машине не было фотобаньяков. Типа, пошли вы в пень, я посплю. Я сфоткаю. Хороший цвет. Это так. Давайте. Ребенок такой ползает там внизу. Тюлени, блин. Сколько лет, а? Да, такой типа. Мы с тобой одной крови, брат. В трюшке. Такие взрослые люди смотрят на них и думают, господи, что за дурки? Можешь прыгнуть? Да. В смысле, зачем вы прыгаете? А вдруг тут трещина какая-нибудь, и вы провалитесь? А вдруг сломаем и умрем? Да, они об этом сообразили только, когда начали прыгать, да? А вдруг мы сломаем и умрем? Да, изи. Вот тут шутка, вообще шутка. Сломать он собрался и свалиться. Господи, если не повторяй за ними, а? Что за такое за это-то? За дитятка-то? Все повторяет. Ты, между прочим, старше, чем Зак. Не видишь себя, как детеныш? Тебя спасет веревка. Угу. Спасет. Где эту веревку тут увидел? Очень страшно. Бедный ребенок. Страшно. Прыгать ему не страшно здесь, а вот. Ай. Люди друг друга пугают. Ага. Типа своего рода аттракцион. Мы только что были там. Эти дома похожи на дома в Алматы или в Астане. В Астане. Угорает сами над собой. Всех выгнали, остались пятером. Решили заснять этот типичный кадр, когда никого нет, и они такие только. Красиво. Кар-кар-кар. Корейцы убедились в том, что горящие глаза храбрых воинов не боятся таких мостов. Изи так ржут. Поэтому все стоят на той стороне моста, а мы на этой. Простите, почему? Это стекло защищает нас от камней и воды снизу. Мы знаем, что никто... Я пропустила все, потому что засмотрела на то, как Эйс кусает свои губы. Заколебал. Просто заколебал отвлекать меня в кадре. Что за мода у тебя, белобрысый? Пучеглазка. Хорошо. Короче, все посмотрите потом по ссылочке сами. Ниндзя Сплинтер. Рахмет. Правда. Харт-атака. Смайл, улыбка. Смайл, атака. У меня нет веса. В смысле, у тебя нет веса? Ага. Нет, у тебя вес. Пушинка, что ли? Скайвок.
қызықты жер екен, қалай көрініс әдемі. Красивый вид, да. Здесь действительно красиво. Да, божественно. Камера не способна передать красоту твоего лица, да. Я уверена в этом. Да хорошо же кусать свои губы. Я субтитры читать пытаюсь. Мы могли бы прочувствовать все. Какие там субтитры тут в кадре? Вздохнул такой. Типа, что не читаешь субтитры, заколебала. Азамат, Зинкаев, тебя бросили тут? Дулат, что делаешь? Куда смотришь? Ты сейчас такой оператор. Что делаешь? Мешай. Свали отсюда в туман. Я же смотрю. Выбесил ребенка. Батер. Батер, как обычно. Как всегда. Тебе нужны вот такие вот очки. Представьте, если он будет ходить в таких очках. Странно, наверное. Ну да. Они ему пойдут, да? Я ждал такую реакцию. Все, ребенка пустили посмотреть. Все. Офигенный зум. Вот это зум. Обожаю, когда Алим говорит на русском просто. Эстетика. Покажи квартиру, можешь взглянуть. Так, тихо. Сейчас Алима еще заснимет все. Да-да-да. Вот я такой же фото. Вот, блин, один в один просто. Мне точно не родственники с этой вот командой вообще. У меня такое ощущение, что где-то что-то... Я не удивлюсь, кстати. Так как у меня бабушка жила в Казахстане 20 лет почти. Нет ли там... Нет ли там случайно моих родственников, а? Что-то как-то... Ёмпросоте. Слишком мы похожи с ними, слишком. Макдак пошли. Ну, пойдемте покушайте. Сеть магазинов Жо. Так вы в Макдак пошли или в Жо? Жо Морт. Так, тихо. Так, надписи какие-то, блин, все. А, надписи. Надписи нет, чтоб не было в кадре, они меня отвлекают. Ваши надписи долбаные. Я смотрю на все, вот даже вот на номер этой тачки и вот на ту надпись. Жо Морт. Че ты ржешь, Эйс? Все, внутри все дешево. Терпение, труд, все перетрут. Без труда нет, ищи шерев. Без труда. К чему этот Эйс вообще сейчас? Не убивай лебедя, не предавай друга. Господи, не паси скот, никого не предавай. Не передавай. Фу. Короче. Все, Макдак пришли. Идите, ешьте, давайте уже. Но. Я на путь девушки, узкая тропинка. Первыми идут дамы. Молоко осталось. Харт атака в кадре. Биг-мак. А я буду вот это. Вот это. Кажется, сочными. Об этом много помидоров. Тебе давай 10 сразу. Покушай хорошо. Сразу. Нет, подожди. Он не готов еще. Тикоманю, Яна. Си. Всем фри. Да, всем фри. Какой красивый тихо. Лис красивый слишком. Да, кусать. Так. Так, спасибо за это. Можете иногда... Хорошо. Комментарий опять в кадре. Сорян. Куда ушли Бала, Батер и Жангилди? Где они? Мы просто... Это у нас в крови. Они няшки, едят лапши. Ты бэтбой? Ты? Вот ты бэтбой? Вот ты? Девушки любят бэтбой. Тебя любят, Изи. Как море. Море это хорошо, море всегда хорошо. Нет, море это море. Но летом было бы еще лучше. Ну уж неплохо.
съем. Ваш заказ готов. Возьмите, заберите, пожалуйста. Так, опять вернулись на пляж. Вы же только что кушали в Макдаке. Это у меня Эйс, блин, в наушниках. Просто в этом наушнике. И вот так вот перемежается в 3D-шном звуке. Yes, get that one. Так. Замедленные съемки обычно. Слоумо. Че этот клип сразу не сняли? Это у нас был 8-й эпизод. Он закончился. Спасибо огромное за просмотр со мной. Пошла смотреть следующий эпизод.